with just 6 goals to his name. In the attack there, supported by Ferran. And still no comeback for Paulo Dybala, who's on the bench again. Douglas Costa out injured, so recall is Berardi and co-profit against Cristiano Ronaldo's side tonight. Run away. Juventus get the ball rolling. And they're aiming to go in the next post here very early on. Worrying moments for the leaders as Senti goes for goal. Wasn't too far away. Well, from a free kick at one end, all of a sudden, Juventus all at sea. And Berardi, we know he's very left-footed, always going to check back inside. But Senti running from midfield. In that game, tucked away. And there's a mistake here, and a great chance. Juricic, out came Szczęsny. And Cáceres clears away. Goodness me, Juventus at the back, looking rocky once again. And will the VAR intervene here? Well, Rugani's mistake initially just didn't move towards the ball. Juricic nipped in. I think Szczęsny, the keeper, gets a fantastic touch on the ball. Timing was absolutely perfect, because if not, he was off. It was a penalty. But I do think there, the left hand was Szczęsny. Brilliant. Pjanic, back to Ronaldo. He's in now. It's Khedira and Juventus lead. Sami Khedira gets the goal. But you have to raise serious questions about Andrea Concini in the Sassuolo goal. What was he doing? And it's cost his team big time. Well, it certainly has. Keeper's made two horrendous errors. First was to take his time. Second was not to kick it out. But just straight back into the danger area. And all the people to give it to. It's Cristiano Ronaldo. And eventually, when he does make the save, it's Khedira. He's the first to the ball. Finishes it really well, but the keeper has to look at himself there. Ronaldo thought he was going to get his 18th of the season. Berdeschi, it's Khedira who have the advantage here. The half-time score is Sassuolo 0, Juventus 1. 1-0. Такой счет пока что в этой игре. Единственный мяч на 23-й в этом матче. Или уж, во всяком случае, чего-то большего заслужили. Передачами, в штрафную, с прострелами. Все это к голу не привело. Но как только мы лицом к собственным воротам, ну и в итоге поймали наши. Дальнейшим прищуром Пауло Сильвио Мацолени дает свисток к началу второго тайма. Душе императорской угодно. Вот он здесь с мячом, его успевает накрыть соперник. И, судя по всему, первый в матче угловой у Ювентуса. Быстрые ноги. Это Дешиль, прошу прощения, делает подачу на дальний угол. И еще один нереализованный момент. И вот тут уже, кстати, вопрос, потому что сразу три футболиста Юве там выдвигались в сторону мяча. Ругани. Это что? Мяч в итоге ушел от Ругани. А вот нереализованный им эпизод. И сукаризный такой взгляд от Манджукича. Как можно? Ну, пока что тут комедии не пахнет. Ну, разве что трай перед ударом, потому что тут сразу два защитника сместились на партнера Бубакара. Локотель тут ценой повреждения сделал передачу. И уже освободил головами. И вот уже Бернардески рвется к воротам. Передачу, разрез, Роналду. Роналду! Великолепен Криштиану Роналду. И пускай он оказался в офсайде. Момент он исполнил мастерски. Ну, во-первых, отметим передачу Бернардески. Стянул тут на себя сразу троих и отдал пас. Да, в офсайд тут даже и чертить ничего не надо. Ну, где-то сбежит в контратаку. Берарди ошибается, Szczęsny, ворота пустые. Берарди! Не попадает! Доменико Берарди! Не попадает в пустые ворота. Конечно, не назовешь эту ситуацию простой. Мяч скакал. Сказать о том, что не сработались Szczęsny с партнером.
Давайте оценим здесь на повторе. Я не пойму, как раз таки, кто это был. Это было... Да, не первый раз, кстати, он именно так делает. Просит особо как не зверствует местных стюардов. А мы вспоминаем ошибку Шченцева. Да, супер шанс был у Берарди. Он им не воспользовался. Кстати, что касается Криштиану Роналду, он тоже ведь... Ну, во-первых, мы его поздравляем, да, он совсем недавно отметил 34-летие. А, по мячу. Матри! Матри на газоне. Давайте для начала еще же ремень накрывает Касарес. Великолепно сыграл уругваец. А вот тут уже игра рукой у Криштиану Роналду, который отправил в нокаут собственного партнера. Бедный, бедный... Кто это был? Классный отбор от Касареса. Но это игра рукой. Бедный Хидира. Под удар. Заброс в штрафную. И здесь подыграл себе рукой Бурабья. Хотя, если бы оставил мяч Бога, можно было бы опасен. Слушайте, ну набирает, набирается Соло. А, вот в чем дело. Да-да-да, это как раз-таки Бога. Ребята, посмотрите, это же была рука Бога. Не зря Сосуоло регулярно обыгрывает Интер. Подача на дальнюю штангу, момент. Какие же Пьянич будет, а не Роналду. Подача на дальнюю штангу. Удар и мимо ворот. Вот еще один классный шанс. Это уже Дешильо. Знаете, я, кстати, рад за Дешильо, потому что он в довольно сложную ситуацию попал, перешел в Юве, там и травмы были, и казалось бы, он будет основным при Лихтенштейнере, но там и пришел Канцелу. Канцелу великолепен, конечно, в атакующей фазе, мы знаем, какой у него дриблинг, какие Сандро. Бегает в штрафную, Бентанкур, и это Бернардески был, и... Бернардески дает понять, что попал он мячом в руку соперника. Но где она, эта рука, находилась? Да нет. Попадание мяча в локоть. Этот локоть всеми возможными способами пытался прижать к собственному телу. Да нет, ну, принять его внимание. Игра продолжается, конечно. Подача с углового от Пьянича. Момент и гол! Наконец-то они это сделали! Криштиану Роналду! Великолепный бомбардир. Великолепный. Мегазвезда. Я не говорю футбольная. Звезда вообще мировая. Потрясающую самоотдачу, работоспособность демонстрирует. Ну а здесь мы, наверное, не скажем ничего доброго по поводу Консили. Андреа ошибается. А Криштиану, находясь на скорости, просто выбегая из-за спины Консили, который не видит португальца, отправляет мяч в ворота. Миралем Пьянич, голевая передача, Криштиану Роналду 2-0. Взял и отдал обратно. Купил. Рожерио взял его права. Удар от Берарди, но был готов к этому эпизоду. Шченцный. Там касание было от кого? Манджукич отработал этот эпизод. Наблюдают вот за этой атакой Юве, потому что дело может дойти до 3-0. Удар. Блестящий мяч Джана. Первым же касанием в этой игре Эмре Джан забивает. Как он вывернул голеностоп. Как он подстроился под этот мяч и под этот пас Криштиану Роналду, который, ко всему прочему, еще и голевой пас оформляет. Великолепная контратака Юве. Веерная, рыгбийная. Но с футбольной эстетикой. Дибала. Роналду. Джан. Ну, наверное, было бы совсем каким-то совершенством, если бы Джан выпилил туда, выкрутил этот мяч, эту передачу на дальнюю штангу на Манджукича. Вон, видите, там